Так, вот опять сделал еще одну кормушку. Вот это первая кормушка, что у меня была. Сделал это вторая. Вот такая получилась. Сейчас вскрою лазурью, цвет тиковое дерево. Вот такие вот у меня получилось две кормушки. Вот. Такое вот. Кормушки. Это вторая немного короче по длине на 2 сантиметра, так как чуть-чуть не хватало материала и надо было немного сэкономить. Вот, а так практически они идентичные. Вот. Кормушки.